А вот у меня есть вопрос после последних времен. Тут недавно как раз смотрела передачу, когда Медведев сидел, и вот эти карточки, серенькие карточки, уже говорил, да, давайте сделаем. То есть, уже он подписал. Какие карточки? Ну, что единый документ, вот эта серая карточка, единый документ, который будет занимать у нас паспорта, все пенсионы, то есть мы будем расплачиваться, то есть вся банковская карта, это будет все будет под одной серой карточкой, да? Где будет там стоять, больше никаких документов, кроме карточки серой. Вот как святые старцы говорили, я тоже читала по пророчеству, что, предсказывали еще там 30 лет назад, и вот, наконец, это все пришло. Вот по поводу последних времен, потому что в Америке уже чипуют людей на всю, в Китае тоже чипуют под даже тем лозунгом, потому что там клубы, там бесплатные коктейли, не надо ничего стоять, и вообще, либо с работы увольняют. Вот, это все к нам идет, непонятно, что мы. Хотел бы по последним временам по поводу вот этих чипов, мне вот интересно, насколько. Я тут по поводу этого тоже не могу вам дать какую-то исчерпывающую какую-то информацию, да. Но одно только мы должны знать, что такая война, она идет давным-давно, да. Несть наша брань против плоти и крови, но против властей и миродержителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Видите, кто мироправители и власти, Слово Божие говорит, да? Духи злобы поднебесной. И поэтому война должна быть духовная против этих властей и миродержителей. Как ты будешь с ними бороться? Ты будешь бороться языком или что такое, да? Это ты скажешь, это там власти какие-то, да? А Слово Божие говорит, не есть власть, а еще не от Бога. А вот против вот этих властей-то бороться надо. Если у нас будет слабая духовная жизнь, значит, эти власти, духи злобы, будут иметь силу над нами. Вот. А если будет добрая жизнь, Господь продлит время и облегчит. Вот больше другого рассуждения. Мы можем много языком проговорить, а к самому главному не подойдем. А наши, как говорится, засучай рукава и против духов злобы. То есть должна быть добрая жизнь. Тогда времечко продлится для покаяния, как старец Лаврентий Черниговский говорит. А иначе, как говорится, в тяжелые времена. И разбираться во всем этом нам придет весьма трудно. Да. Когда мы будем молитвенно, добро, хорошо жить, вся жизнь, элементарные вещи. А когда мы видим, когда заезжаешь или даже по городу пройти нельзя, галье. Скажите, что мы будем говорить о каких-то противостояниях, какие-то карточки, неужели? Где тут защиту? Можно ли от Бога искать, когда вот это галье ходит, скажите? На кого надеяться? Что происходит, скажите, в мире? Возьмите другие, вещи, которые кроме этого. Послушайте. Совсем недавно, часто говорю, буквально до перестройки, если бы в таком виде женщину или кого-то увидели, да, а где-то она там, по улице, а если уж тем более куда-то зашла, куда-то в магазин, сейчас тотчас подъедет машина, скорая помощь, ее скрутят и увезут в психушку. Это вот реально это было. Я не говорю вам, что это такое, что-то вам выдумываю. Люди, когда сказать, моего возраста, которые это они прекрасно могут подтверждать, все это знают. Но такого не было. И как-то людям не приходилось сказать, что тут такое дойти до такого бесстыдства. Да.
и говорить, и после этого будем говорить о карточках, о чипах, да? Сколько времени тратить? Не об этом-то говорить-то мы нам надо, подобало. За детей страшно в каком... Да. А? За детей сейчас и страшно, что дальше, если в таком что? Уровне. Все в таком ключе идет, воспитывает. Да. Ну, по-христиански понятно. Так нам, христианам-то, если понятно, вот и надо, чтобы вести брань с духами злобы поднебесной. Да. И нигде не говорит апостол, о последних временах говорит, настанут времена тяжелые. Почему? Потому что, говорит, люди будут горды, надменны, высокоумны, тщеславны, родители непокорны и так далее, и так далее. Целый перечень вон там послание это к Тимофею. Да? Об этом, говорит, не о властях даже говорит. О властях сказано, что власти вон, все это правители, духи злобы. А против духа злобы нам оружие прекрасное дано. Да, надо бы. А если мы его не берем, сказать нет, то надеяться на что-то, что-то произойдет, весьма опасно может быть, это произойдет. А говорить, да, что, а что толку, допустим, мы говорить, надо то-то предпринять, а бесы будут смеяться, да? Они говорят, это бесполезно. Это... Мы этого не допустим, это не по закону нарушает закон свободы, да. Галье ходит, значит, карточки будут. Значит, чипы будут, значит, это будет. И никуда ты не денешься. Вот. Одно только. Каждый человек, у которого в сердце Господь Бог, молиться надо. И надо знать, и надеяться, и верить. Даже один человек в городе каком-то к Богу обратиться, и ради одного Господь может всех многих помиловать. Верить надо, да. И Господь говорит, не убойся, малое стадо. Я благоволил, Отец, дать вам царство. Я хочу вот... Здесь найти место, где у апостола пишет, по-моему, к Тимофею, да, о последних вот, настанут времена. О, прям попал. Дух же ясно говорит, что в последние времена, но это отступит некоторые от веры, это вопрос другое, такое-то у него другое послание. О, вот она. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Причина. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отвержия, отрекшиеся. Смотри, какой перечень идет. О людях говорится. Ну. То есть посмотреть и проверить себя, даже вот в этом. Нет ли там такого во мне греха, который... создает вот это тяжелое время, тяжкие времена. Он их не перечисляет и не описывает, но в апокалипсисе мы можем найти много. Да. А другими, сказать, способами, разве это пытаться, как сказать, облегчить как-то жизнь, да? Нет, молитва. Ты живи и молись Господу Богу, Господи, помоги, Господи. Избави нас, Господи, от всякой вот беды, от всякой вот бесовской вот этой вот хитрости. А всем людям, которые могут как-то к Богу приблизиться, помоги, Господи. И чтобы надо поближе быть к Богу. Вот это самое важное. Вот.
А так мы будем, сейчас сядем, будем, бесы там будут нам предлагать разные, там то-то-то-то, там разбирать. Это нужно, это не нужно, это так, а против этого еще надо войну. Кого? Партию какую-то собирать, вооружать, да, да давайте, давайте. Этот против этого, против этого. Этот. Нет, это бесовская, как говорится, только кутерьма. А у нас дано сильное оружие, очень сильное. Да. Христос, Он уже победил. Князь мира все побеждил. Для нас нужно только быть поближе ко Христу. Вот. Вот и об этом, ну вот это нужно, самое главное, в наше попечение. Если этого понятия не будет, то, несомненно, это будет. Ну, что это? Ну, получишь там, если ты человек, сказать, веры, как сказать, крепкой не имеет. Ну, что ж, ну, поживет. Здесь там, если... Ну и по сути дела мы видим, что человек, который как-то удаляет себя от Бога, ну поживет, поживет здесь. Ему просто на суде скажут, ну здесь ты получил свое, сказать, утешение, хватит себе, иди отсюда. Да, потому что ты о будущем не заботился. Да, все, принял там, даже Господь говорит, весь мир приобрящешь. А душе повредишь, ну и что ты проку из этого? Приобрел весь мир, а, говорят, безумный. Говорят, что ты собрал, кому достанется. И в ночь все, и душу твою стяжут из тебя. Ну, ведь простое, как сказать, элементарное какое-то рассуждение. Даже нам сам Господь предлагает. Молитва нужна. Молитва. Война, вот этого оружия против духов злобы. Да, Господи, сохрани от всех козней вражьих. Да, хоть простыми словечками как-то сказать, а более всего держаться, держать какое-то молитвенное правило церковное, утренние, вечерние молитвки, как-то стараться, старать, ну, выполнять, да, ну, в храм Божий ходить, добро жить, ну, исповедоваться, в какое-то времечко, причем вот это вот сохраняет нашу, еще охраняет жизнь, вот эту, сказать, промысл, рука Божия держит. Как только еще перейдет граница, люди будут уже в такое, значит, что-то последует. Не может быть, что Бог поругаем не бывает. Вот, надо знать.